Глава Ленинского района Олег Хромов доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву о результатах проделанной работы по исполнению его поручений. Из 21 поручения губернатора выполнено 18. Оставшиеся находятся в практической работе и под личным контролем главы муниципалитета. Одно из таких поручений – выезд из 6-го микрорайона города Видное. В настоящее время ведутся работы по проектированию. Срок окончания – апрель 2017 года. Непосредственно строительство выезда начнется в середине 2017 года и должно быть завершено в 2018 году. Завершается организация новых маршрутов пассажирского наземного транспорта к метро из новых микрорайонов Дрожжино, Боброво и Суханово. Маршруты согласованы с соответствующими службами Подмосковья и Москвы. После проведения конкурсных процедур в начале 2017 года новые маршруты до метро «Бульвар Дмитрия Донского» будут запущены. По требованию жителей согласовали новую схему движения транспорта через поселок Новодрожжино, чтобы исключить транзитный проезд. До 23 ноября текущего года в районе будут установлены соответствующие дорожные знаки. Необходимую разметку нанесут весной 2017 года.